Ну, Бруклин приехали в пятером. Вот. Мне показалось, может, кардио тренировку решили. Так вот, еще два овертайма взяли. Ребята набегались в пятером, то вообще Чудов, наверное, там вообще за всю команду бегал. Вот. А, плюс Смирнов, мы знаем, что за регион залетел. Это вообще, я считаю, незаконно просто. Вот. Я считаю, что если бы у нас был комиссионер лиги, он должен был его запретить, этот переход, как в свое время запретили переход Криса Пола в Лейкерс, когда Коби Брайант играл. У Хаски Захарова в итоге и стал определяющим моментом, почему не одержали победу в этом матче. Ну да, ну сложно что-то сделать, вот, плюс... Ну, не только Захаров, в целом команда дорабатывала тоже, ну, в защите, где-то в нападении добавляла. То есть, конечно, нет, конечно, это аргумент, да, когда такой игрок вот, на площадке, то есть там и под кольцом стена, и в нападении самолет, то есть как бы было сложно что-то сделать. Кстати, да, да, кстати, да. Александр. Да, он начинал играть в маске как раз, да, ну... То, что все-таки как бы, пандемию никто не отменял, но потом по итогу снял, но, видимо, дышать как бы несложно. А, в смысле, я думаю, у него защитная маска. Не-не-не, маска, играл. Которая вот эта, да-да-да. В маске играл? Да. Слушай, ну мне кажется, это достойно новости отдельной. И у меня такой вопрос. Кадыка выдал сумасшедший матч. Судя по всему, очень злой за то, что у него последние два тура, и особенно на матче всех звезд, где он участвовал в трехочковом контесте, и у него не полетело. Угу. Похоже, злой за все время. Тут просто решил налить. Тут налил на всех, как говорится. За тех, с кем Новый год не праздновал, всем сразу налил. Ребята из Сент-Джонс первые, походу, попали под раздачу просто. Вот им больше перепало. Да, похоже на то. Посчастливилось.